Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл. И это игра Fallout 3. Итак, про Fallout 3 он будет использоваться у меня с модами. Уровень у меня стандартный, как правило, стоит. Очень сложный. Что в этом, как бы, Fallout будет? Во-первых, будет примерно увеличенное в 5 раз количество противников. Это первое самое. Видоизменены противники. То есть здесь все противники имеют свои собственные характеристики. Повышаю также. Будет включен Mars Mutant мод. Это сейчас я вам ММС. МММ называю. Вот так он и называется. Он будет включен на пока что экспериментальный уровень. Это, то есть каждые 4 уровня моих будут появляться более сильные противники. Более сложные. В чем суть у меня постановки модов в эту игру? Первое. Не нарушать сильно баланс игры. Второе. Сделать так, чтобы вы не были здесь неубиваемым богом. То есть сделать баланс такой, что определенные типы оружия действовали бы эффективно против определенных врагов в определенных местах. Чтобы не было здесь ненужного оружия. К примеру, вот тот же самый гранатомет или толстяк. Я здесь никогда нигде не использовал в оригинале. Потому что он не нужен. Слишком имбовое оружие было. Миниган я редко использовал. Плазмомет я редко использовал. Это было оригинал. Это у нас будут моды. Моды здесь я... Ну, выложить-то я могу, но я их буду тестить по ходу дела. То есть я буду добавлять сюда какие-либо усложнения. Пока какие у меня усложнения стоят. Это самое первое и основное. У меня не будут расти очки здоровья. Это самое основное дополнение. То есть очки здоровья у меня будут расти только от силы там или выносливости, я точно не помню. Но и еще от перков. У меня добавлено довольно-таки много больших перков, большое разнообразие. Но они не дадут мне большого сильного преимущества, так как у меня максимальный СУ, это ваша защита, 85%. Не 95%. Я не буду ставить 95%. Потому что это... Ломает игру, и там вас никто убить не может, даже с ядерного выстрела вам в лоб. Это я уж проверял. В игре будут добавляться моды, я буду экспериментировать с ними. Ну, во-первых, она пока что на записи очень плохо идет, она вылетает. Да, запись мне приходится склеивать, я 3 записи сделал, там 2 из них склеены. Постарался сделать это более-менее так незаметно. Но как бы записи приходится склеивать, потому что программа записи захвата видео работает не то, что некорректно, она вообще коряво с ней работает. Чего вы хотите? Игра 2008 года, которая, извините меня, в HD текстурах. То есть я взял банально Запорожец, засунул в него двигатель от Формулы 1 и хочу, чтобы он ездил с такой же скоростью, как Формула 1 и не развалился от данного ветра. Вот это примерно то же самое, что в этой игре сейчас есть. Но она пока идет, работает нормально. Хотя без записи она идет лучше. Здесь установлены моды, во-первых, в первую очередь, это на голод, жажду. То есть вам нужно кушать, вам нужно пить. Стимуляторы там по 10, по 50 штук использовать вы не сможете. Они вас будут требовать еду, требовать воду. То есть довольно-таки здесь игра становится интересней. Она интереснее становится и сложнее. То есть... Я когда раньше это делал, эти моды ставил, тут получалось как? На каком-то определенном уровне развития мне уже рейдеры со столичной пустоши и зверье страшно вообще не было. Потом мне перестали быть страшны супермутанты, но мне вставлял люлей очень сильно анклав. То есть сначала вам вставляют люлей рейдеры, потом рейдеры животные из пустоши, потом вам вставляют люлей супермутанты. Потом только вставляет анклав. Вот как-то так. Вот в таком порядке я и буду идти. Постараюсь его соблюдать. Надеюсь, у меня получится. Что ж, пока еще не ясно, какой там баланс. Но пока меня тут там хорошо посмотрел. Подкрашивают. Ну что ж, дорогие друзья. Это было маленькое превью по листу Fallout 3. И по поводу модов, я же говорю, я их добавлять буду и смотреть, которые работают адекватно, которые игру ломают, которые вносят дисбаланс. Да, согласен, модов можно напихать тут и все, и вы будете богом. Я уже это делал. Поиграл 5 часов и больше в эту игру, сколько, полтора года не играл. Что стало неинтересно, бессмысленно.
Но я постараюсь здесь вам показать, как в эту игру добавить просто банально смысл к игре. Ну или, к примеру, вот скажем, вот так вот. Чтобы вы на мине могли запросто умереть. Что ж, дорогие друзья. Как говорится, это было превью к данной игре. Надеюсь, вам понравится. Если что, пишите комментарии, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Это превью к плейлисту Fallout 3. Добавлять серии в плейлист постараюсь по мере возможности. Я их буду ставить в расписании, потому что буду снимать сейчас понедельник, вторник. Ну и так, может, частично пятница, суббота. Еще посмотрим по времени. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.